Ветераны спорта собрались в спортзале спортивно-оздоровительного центра 19 февраля. Здесь прошел турнир по волейболу в память ветерана спорта Василия Филинова. Товарищеский матч был посвящен бывшему коллеге, другу, спортсмену. Мне очень радостно вспомнить такого прекрасного человека, педагога, преподавателя физкультуры. И не только преподавателя, а как общительного участника во всех, можно сказать, во всех видах спорта. Большое спасибо организаторам, администрации города за предоставление зала, проведение этого мероприятия. Также хочу поблагодарить всех друзей, всех ветеранов спорта в принятии участия. На площадке за звание победителя боролись только ветераны. В итоге победителями турнира стала команда ветеранов завода МЭФРа, на втором месте ветерана Заинской ГРЭС, на третьем ветерана сборной города.